Всем утро доброе. Надеюсь, оно такое же солнечное, как у нас сегодня. Я сегодня отправляюсь в небольшое путешествие по северо-западу Эстонии и собираюсь посетить несколько интересных мест. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что они будут интересные. Первое место — это кладбище военных возле авиабазы Эмори. Чем оно примечательно? Тем, что там многим летчикам, которые погибли, надгробия поставлены в виде хвостов самолетов военных. И говорят, не знаю, насколько это правда, что это именно хвосты тех самолетов, в которых они погибли. Сейчас там на данный момент в Эмори находится полностью реконструированная авиабаза НАТО. Это будет первая моя точка, пункт посещения. Рядом, там же недалеко, находится мыза поместья Вазалемо. Чем оно примечательно? Тем, что там снимали один из известных советских детективов «Тайна черных дроздов». Не знаю, насколько там интересно или что, но говорят, туда внутрь не попасть, только снаружи. Далее я хочу посетить еще церковь, где находится самый старый церковный колокол в Эстонии. И еще я хочу посетить Ниваранг, где я был ранее. Это северо-западное побережье Эстонии. Мне там очень понравилось, но я был осенью, было прохладно, но не столько прохладно, сколько, вернее, был я там весной, извиняюсь, не осенью, а весной. Я там был впервые, мне очень понравилось. Был сильный ветер, я пытался снять дроном, но ветер был настолько сильный, что его сносило. В общем, я решил посетить еще раз это место. И, скажем так, на закуску, рядом, там же недалеко, находится памятный камень в том месте, где произошел бой с эстонскими, ну, точнее, наверное, сказать, эстонско-шведскими или шведско-эстонскими разведчиками и советскими пограничниками. Обо всем этом позже, надеюсь, я сниму видео, если все получится так, как запланировал я. И все эти видео об этих местах будут на моем канале. Так что, как говорится, до встречи и всем хорошего дня.